что они, наверное, хотели этого конфликта. Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, даже после признания независимости этих республик. Но остановитесь, с кем вы собрались воевать? Ядерная держава мощнейшая. И потом, хорошо, но зачем вам это? Не надо, нет, все равно, бьют, стреляют и так далее. Почему? Вы думаете, они не понимают, что они не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос, а почему тогда обостряют отношения? А потому что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Вот получили ответ. Если уж откровенно говорить, все, что происходило. Поэтому та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно, откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, Генеральным штабом России, скорее всего, я еще только это из СМИ знаю, задействована в этой операции. Еще раз говорю, устами нашего министра обороны, их министру обороны, в 2 часа 30 минут, точно время называю, я 2:15 позвонил, 2:30 вы с ним должны были говорить около этого времени. В 2:30 им было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны. А теперь пусть разбираются, кто их к этому толкал. Хотя тут несложно разобраться.